Серийный вертолет конструкции «Миля» совершит полет с грузом в 2 тонны. Летчик Рафаэль Капрелян идет сегодня на побитие мирового рекорда. Для этого надо подняться на высоту более 5000 метров. Пилот упорно ведет машину все выше и выше. Через 52 минуты после старта прибор сфиксировал высоту 6017 метров. Новый мировой рекорд установлен.